Вчера спрашивали у алматинцев, сколько платят за отопление. Они говорят, что по 70 тенге. Теперь что, получается, мы круче, чем жители Алматы? Изучая последние счета за тепло, жители микрорайона Шымкент-Сити пришли в недоумение. Пятизначные цифры за отопление смутят кого угодно. Выплатить такую сумму за один раз накладно для семейного бюджета. Как оказалось, горожанам предложено оплатить сразу за 3 месяца поставки тепла. За 3 месяца мне выставили счет на 50 тысяч тенге. Сейчас пришла квитанция на 21 тысячу тенге. Это разве правильно? Они рассчитывают в среднем за квадратный метр отопления. Нам не нужно начислять за каждый квадратный метр. Пусть ставят счетчики. По квадратный метр расчета за отопление несправедлив, считают жители многоэтажек, и им приходится переплачивать сверхпотребленного тепла. Но коммунальщики утверждают, что все расчеты верны и соответствуют утвержденному тарифу. Есть постановление, утвержденное антимонопольным ведомством. Согласно ему, в ноябре тариф составляет 93 тенге, в декабре 127. И в январе, в зависимости от температуры воздуха, 142 тенге. Это установленная норма. Впрочем, тепловики не настаивают на единовременной оплате за поставленное тепло и готовы подождать до июня. А если в течение этого срока горожане не закроют долг, оставляют за собой право обратиться с взысканием в суд. Данияр Худайбергенов, Талгат Абдинабиев, Жансерик Буранбаев, информационная служба телекомпании «Отрар».